Противодействие распространению детской преступности обсудили на совещании в МАГАСе. На встрече говорили, в каких условиях содержатся подростки в следственном изоляторе. Так, для них предусмотрена отдельная камера с системой видеонаблюдения. Имеется учебный класс, где проводятся занятия по дистанционному обучению. В библиотечном фонде представлена учебно-просветительская литература. Также разработан план мероприятий, направленный на предупреждение правонарушений и преступлений. Янузбек Евкуров отметил, что необходимо проводить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в школе. Власть должна проводить работу по военно-патриотическому воспитанию детей. Они должны видеть живые, яркие примеры наших земляков, которые проявили себя в разных сферах своей деятельности и в разные периоды жизни.